You have to bear in mind, in Turkmenistan, there's not a strong tradition of written literature. It has an oral tradition, as do most of the tribal communities and societies in Central Asia. And in that sense, Rukhnama became, in a way, something that was particularly distinct or important in social life. It became the holy book. Впервые вот разговор об этой книге появился в октябре, по-моему, 91 года. В октябре 91 года. Тогда был мы собрали большое совещание проводилось. Вот, и там выступал и директор Института истории. Там он сказал, что вот в течение 20 лет наш институт вот собирал вот по всем этим вот историю вот туркменского народа, фольклор туркменский, все прочее. И вот хотелось бы, чтобы вот это все собрать воедино и сделать такую настольную книгу для каждого туркмена. Сама идея написания такой книги, как «Рухнама», это была очень хорошая идея, так как в советское время история туркмен, она тоже преподносилась советской идеологией. Тогда, после где-то, вот, скажем, через, если я не ошибаюсь, через года полтора-два, вышла вот эта книга, она тоже называлась «Рухнаме», но вот этот, она была вот не за Ниязовской подписью, а за подписью вот этого Курбанова, пресс-секретаря. Вот. Потом, по-моему, в 94-м, сейчас точно не могу сказать, вот было еще на одном совещании, он, вот опять этот директор института выступил и сказал, вот да, спасибо, что вот все-таки что-то сделали, но сделали совсем не то, что мы хотели. Это совсем другое то, что это. И тем более, это, говорит, как бы общий труд института, а здесь взял, говорит, человек сам свою фамилию наштамповал, говорит, и выпустил. Тогда Ниязов сказал, хорошо, говорит, запрещаем эту книгу, вот, убирайте эту книгу везде, то, ну, говорит, давайте создадим такую комиссию, и я этой комиссией буду руководить я сам, и издадим ту книгу, которую ты хочешь. В эту комиссию включили, вот, и как я помню, вот, были один поэт был сильный, вот, ну, по советским временам, два писателя были, вот, один историк был. Ну, все эти люди были вот такие вот в свое время сильные поэты, писатели, историки, но уже спившиеся. Когда уже предварительно специалисты написали эту книгу, то это попало на стол Ниязову. Ниязов это дело раскритиковал, сказал, нет, это все неправильно вы написали, я его исправлю, и эту книгу я издам по-другому. Bizim ruhnamemizde bağımsızlıktan sonra milliliği ortaya çıkarmak için bir böyle kitap olarak ortaya çıkmıştır. İlk defa ben bir Türk'ün yolunu, baş kitabını gösteren kitabı Türkmence yazıldığından dolayı da ve gerçek şeyler yazıldığından dolayı çok memnunum. И вот тогда он, исковеркав историю, сделав так в этой книге, показав так, что практически чуть ли не все народы мира произошли от туркмен, и что чуть ли не все, что изобреталось в мире, это изобретали первые, это туркмены, это идеология шовинистическая. Он в туркменском народе воспитывал шовинизм. Это какой-то микс из разных легенд, сказок, часть придуманные, наверное, кем-то на пустом месте. То есть не зря в этой книге нет никаких ссылок на источники, откуда была почерпнута информация. Это самое ужасное, что оставил после себя Ниязов. I think if he had had any sense of the kind of tyranny that he was perpetuating, he would have been unable to write these words or allow them to be published. Хотя сам по себе Ниязов очень безграмотный человек, практически ни на каком, ни на туркменском, ни на русском языке грамотно писать, читать он не может. Поэтому вот этот
Вот люди, которые именно имеют какие-то вот такие недостатки, вот, ну, допустим, та же безграмотность, что, им хочется выглядеть каким-то, вот, понимаете, вот, гением. Вот это все, вот эта смесь вот этого всего, она и толкнула, видимо, его. Первые годы, вот честно я скажу, первые годы его, он не сильно этот, интересовался этой книгой и все прочее. А уже потом, потом, вот 95-96 годы, он уже внимательно отнесся. То есть расцвет его культа.